Оля, садись завтракать. Угу. Очень хорошее фото. Да. Я твою маму именно такую запомнила. А кто снимал? Отец. Кстати, он как? Ну, судя по тому, что говорят наши общие знакомые, нормально. Подожди, то есть вы не общаетесь? А почему? После того, как мама умерла, он не хочет меня видеть. Слушай, давай не будем про это. Ну, хотя бы сегодня. Угу. Прости. А это фотографии из твоих поездок, да? Ну, да. Оу. То есть ты там себе подружку нашел? Ну, вообще-то у нее есть муж, 5 детей, и я всего лишь вырезал ей аппендикс, а так да, завел. Но у тебя же были женщины. И там, и здесь были? Нет. Я 12 лет прожил как монах. А я-то подумала, что есть еще на свете верные рыцари. Их нет. Эй. Ты в порядке? Съел что-то не то. Ничего серьезного. Сиди. А вот у меня к тебе, Олег Иванович, дело как раз серьезное. Нужен план выдвижения твоей бригады в Киев. Причем нужен еще вчера. Задачу понимаешь? С какой целью выдвижения? Ты в центре города был? Цель – защита государственных органов власти и конституционного строя. Выдвижение в полном снаряжении с боекомплектом. Техника своим ходом дойдет. Слава богу, недалеко. В любом случае, приказ на использование боевого оружия не может быть отдан. А ты приказы не жди. Действуй по ситуации, реагируй на угрозу, и никто тебя потом не упрекнет. Это я тебе обещаю. Олег Иванович, в чем дело? Сердце прихватило. Галя, скорую срочно! Все-таки не нужно было нам ехать вместе. Вдруг кто-нибудь увидит. И что? Ну как ты, что ты не понимаешь? Оль. Что? Мне абсолютно все равно, кто что увидит, кто что подумает. Ты лучше скажи, когда ты ко мне переедешь. Ты что? А, я понял. Мне нужно сделать предложение по всей форме. Хорошо, Оля? Сереж. Сереж, у меня есть муж. Разведешься? У меня есть дочь. Я в курсе. Воспитаю ее как свою. Чего ты вообще раскомандовался? Воспитает он как свое. Ты все еще его любишь. А зачем тогда я
Не люблю, Сереж, но взять и бросить все я так тоже не могу. Ты понимаешь, у меня жизнь налажена. А как же мы? Так я могу к тебе приезжать на каждом его дежурстве. Ты предлагаешь мне, чтобы я стал твоим любовником? Почему любовником? Нет. Любимым мужчиной. Я в такие игры не играю, Оля. Нам все равно никуда друг от друга не деться. Ну почему же? Шарик большой. Я вот еще в Конго не был. Да и в Украине полно госпиталей. Майдана? Нет, из генштаба. Живот прихватило. Очень больно. Не надо, я сам. Ну, потерпите. Сейчас мы посмотрим, что с вами. Звали Инночка? Да, Лёш, посмотри, это по твоей части. Острые боли и температура 38,5. Здесь тоже болит? А здесь? Водите обезболивающее, я забираю товарища на обследование. Черт, что доктор Аппендикс? Как не вовремя. Боюсь, дело куда серьезнее. Сделаем КТ, тогда будет видно. Приняли всех поступивших раненых. Оказываем помощь. Все под контролем. Да? Никто такого не ожидал. Конечно. Пока справляемся, хоть и трудно. Все. Хорошо, до связи. Что еще? Это что за история? Не вписываюсь я в коллектив, Тарас Петрович. Подпишите, дело с концом. С кем я уже поцапался? Просто понял, что мое решение было ошибкой. Понял, когда нам всем трудно стало. Первый форс-мажор, и ты в кущи. Я от тебя, Серега, такого не ждал. Дело не в работе, товарищ полковник. Причина личная. А, так и подцапался. Ты считаешь, это серьезной причиной, Сережа? Ты их мала дитина, ну, чтобы не сказать больше. Так точно, товарищ полковник. Подпишите, я все равно работать здесь не буду. Разрешите идти? Чтоб ты был здоров. Так он что, на полном серьезе тебе предложение сделал? Угу. И ты отказала? Лен, у меня устоявшаяся, налаженная жизнь. А Сережа, он же ведь как перекати поле. Сегодня он здесь, а завтра он уйдет на какую-то другую войну, а потом ищи его. Не знаю. Я бы за Димкой даже на войну пошла. Тысячу раз мы обсуждали твоего Баранникова. Тебе его нужно отпустить и забыть. А впустить в свою жизнь нормального мужчину, Лена? Я бы впустила. Да некого. Чай будешь еще? Нет, не хочу, спасибо. Слушай, а если задорожный возьмет и уволится? Значит, не судьба. Сергей Борисович, как вам этот кошмар? Разве вы могли представить, что у нас здесь будет такое происходить? Я не знаю, о чем ты знаешь, что меня это не интересует. Я уволился. Что? Сергей Борисович, хорошо, что вы уже на месте. Там с Майдана снова раненых привезли, две скорые. Девочка в тяжелом состоянии, а Нищенко приказал готовить все операционные.
Их еще ночью привозить. На Майдане такое. Так, пошли быстро за мной. Не надо мне про дела службы втирать. Я их всех знаю. Найди время приехать ко мне в Киев. Это не телефонный разговор. Все, давай, честь имею. Олег Иванович, как самочувствие? Превосходно. Спасибо за квалифицированную помощь. Давайте оформлять выписку. Олег Иванович, к сожалению, не все так просто. Обследование подтвердило предварительный диагноз. Ишемический колит. Нужна операция безотлагательная. И еще один очень важный момент, Олег Иванович, о котором вам стоит знать. Если поражение толстого кишечника обширное, его придется удалить целиком и создать стому. Вывод кишечника через брюшную стенку. Решение принимается непосредственно во время операции. Значит, инвалидность, а потом до конца дней с мешком на животе. Точнее, на боку. Олег Иванович, поверьте, это не такое фатальное ограничение, как можно подумать. А главное, это спасет вам жизнь. Я не могу выбыть из строя сейчас. Леш, ты нужен? Иду. Срочно, Аврал. Вам нужно принять решение. Сделайте все хорошенько. Черепно-мозговая, в первую его! Оксана Тараненко ко мне, живо! Вера Захаровна, куда его? Вторая. Вадик, готовься, будешь ассистировать. Давай, давай, давай! Это хуже всех. Огнестрельная брюшная полость и большая кровопотеря. Еле довезли. Лишь 2 минуты. Тамар, это к назначению. Держись, братишка. Сергей Борисович, вот еще на срочную операцию. Из Беркута, а почему не в госпиталь МВД? Там не справляются. Есть приказ принимать нам. Хорошо, готовьте операционную. Угу. Здесь стерильное помещение. Подождите за дверью. Мама, ну мне 30 лет. Давай я сама буду решать. Ох, и денек сегодня. Присесть и то некогда было. Может, чайком? Нет, нет, спасибо. Так, все, мамочка, разговор окончен. Целую, люблю, пока. Ноги гудят. Ой, не говорите, Нинова, на страсть, что творится. А вот надо было еще в декабре этих с Майдана разогнать. А особо буйных посадить, чтобы другим неповадно было. Так нет? Нет? Они же миндальничать начали с этими идиотами. Пожалуйста, да миндальничались. Ты только Свете не вздумай об этом сказать. У нее сын днюет и ночует на Майдане. Обидится насмерть. По-твоему, Вадим Антонович тоже идиот и бездельник? Он тоже ходил на Майдан. И я поддерживаю протестующих. Ты по зимой какие мы идейные.
А правильно, а давайте мы все вместе на Майдан ходить будем. За руки возьмемся, будем песни орать, танцевать, а работать кто будет? Нет, танцевать и песни орать, а ну-ж куда интереснее, веселее. А коктейли Молотова, это же вообще милое дело, да? Спасибо за чай. Дай пройти. Ема обидчиво. Ниночка Ивановна. Не, ну серьезно, ну вы что, тоже этих с Майдана поддерживаете, а? Но ведь никогда еще у нас на площадях детей не забивали до полусмерти. Угу. Ой, когда это все кончится? Хоть бы войны не было. И не погибал никто. Проходите, располагайтесь. И не забудьте зайти в процедурную, будете сдавать кровь на анализы. Для тебя, красавица, ничего не жалко. Ой. Костя! Олег, сказал бы, как рад тебя видеть, если бы не это место встречи. Так вы знакомы, ну будет о чем поговорить. Слышишь, знакомы. Это мой командир боевой. Мы с ним в одной разведроте весь Афган прошли. Ну, есть что вспомнить. Так, кровь будет брать другая сестра, а ко мне в манипуляционную, пожалуйста, не забудьте его тогда принести. Костя, Олег. Ты с чем тут? Да, все нормально уже. Скоро в строй. А я, похоже, отвоевался. Что, со здоровьем совсем туго? Да не только. Ты же знаешь генерала Рябинина? Достойный офицер. У него баланс по горюче-смазочным не сошелся, и вроде как я виноват. Ну, прям без этой соляры наша армия пропадет. Ну, куда ей ехать вообще приспичило? Армия-то наша. Техника стоит, спокойно ржавеет. Нет. Шухер ни с того, ни с сего. Главное, я готов компенсировать, вернуть деньгами, а Рябинин ни в какую. 8 лет назад я просил Рябинина спустить на тормозах. Дело о хищении. И ты тогда дал мне слово никогда больше подобными делами не заниматься. Олег, я ничего не прошу. Нет, было бы неплохо, если бы ты перед Рябининым обо мне слово замолвил. Он тебя уважает, а я все компенсирую и без шума. Ты дал слово офицера. Я понял. Извини. Виноват. Ты чего сидишь? Давай, марш домой отсыпаться. На Грушевского Беркут снова в атаку пошел. Скоро новые раненые к нам пойдут. Некогда отсыпаться. Да у нас и так уже все переполнено. Ясно. Скільки? Ой, хай ему грязь. Да везить, кажу. Везить, кажу! Да. Разрешите? Ты еще здесь? Петрович, давайте так. Я вам ничего не приносил, вы ничего не подписывали. Но пока ситуация в городе не стабилизируется. Домовилась. Надо 5 раненых вызвать. Ничего, прорвемся. Да. Разрешите. Вы спрашивали насчет генерала Лаюка. Хорошо, он созрел? Ни в какую. Слушай, Сережа, а возьми ты генерала. Ты офицер с боевым опытом, тебе легче других найти с ним общий язык. А что с ним? Ишемия толстого кишечника, и как бы там гангрена не началась. Отказывается от операции? Поговорим. Дальше в нашей армии есть чем пишатиться, это генерал Лаюк. Герой Ваганец. Безупречная репутация. Его бригада ВДВ лучшая в Украине. Боеспособная, между прочим. Так что не дай ему себя угробить. Ладно? Постараюсь. Но не всегда можно помочь человеку против его воли.
Это да. Разрешите идти? Идите. Значит, теперь ваша очередь, майор. Меня под нож заманивать. Вам стало хуже? Мне стали давать другие лекарства. Может, в этом дело? Нет. Вначале мы вас просто обезболили. А сейчас я прописал вам курс лечения. Если он поможет, можно будет обойтись без операции. А если нет, тогда прямиком на стол. Состояние стабильное. Угу. Температура? 37,9. Ясно. В себя приходила? Пару часов назад, минут на 5. Угу. Хорошо. Доктор, а я скоро смогу выписаться. Что, вы куда-то спешите? Не к ребятам надо, на Майдан. А на тот свет вам не надо? Возможно, если там хамят меньше. Никаких майданов. Ясно? И вообще забудьте, занимайтесь танцами там, шопингом. Результаты анализов потом мне занесете. Сергей Борисович. Ну зачем вы так? Она же там не в бирюльке играла. Ну да, страну защищала, свободу отстаивала. Ты что, не понимаешь, что вы все здесь в бирюльке играете? Со смертью. Девушкам там не место. Простите, пожалуйста, где я могу Настю Семашко найти? Ее сегодня скорая ночью привезла. А вы кто, родственница? Да, я мама. Она сейчас в реанимации, но сегодня к ней не пустят. Скажите, а... Вы не волнуйтесь. Будет жить. Спасибо большое. Вадим, извини. Просто она мне одну иракскую девочку напомнила. Та тоже по глупости в самое пекло полезла. Ранение один в один. И что? Мне слишком поздно ее привезли. Ну что ж, завтра утречком рентген. Это для полноты картины. Этот рентген так необходим? Угу. Мало я облучался? Господи, где вы облучались? Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Привет, дорогой, как Привет. Ты? Нормально. Я тебе принесла все, что ты любишь. Смотри. Сейчас. Простите, а ему этого нельзя? Что нельзя? Ну, всего этого. Извини, я не знала. Глупо как-то вышло. Извините, а может, вы будете? Ну, если можно. Можно. Ну вот, угощайтесь. Если мало соли, вы говорите. У меня и соль есть. Мало того, что юную прелестницу замуж взяла, так она еще и кулинарный гений. Везунчик-то командир. Командир? Олег ваш командир? Был. В Афгане. О, как интересно. Мой папа служил у Олега в разведроте. Может, вы его знали? Кто? Павел Хоменко. Точно. Пашка. Одно лицо. Мой лучший друг был. Видел, как он погиб. Как сейчас перед глазами. Вика, ты не хочешь спросить, что сказал мне доктор? Прости. Что сказал доктор? Он мне предложил операцию. После чего я останусь инвалидом с мешком на боку. Я отказался от операции. Господи, ты с ума сошел? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен доктор Задорожный. Это я.
Я Виктория Лаюк. Мой муж... Я понял, кто вы. Проходите, присаживайтесь. Олег сказал, что вы предлагали сделать ему операцию, и он отказался. Да. Я очень надеюсь, что вы поможете его переубедить. Я не знаю, как. Понимаете, это он из-за меня. Ну, думает, что после этого станет мне неприятен. Дурак. Ну, зря вы так. Ваш муж очень сильно переживает. Он взрослый мужчина. Вы молодая, красивая жена. Молодая жена. Да я практически с детства в него влюблена. С детства? Олег с моим отцом воевали в Афганистане. Папа там погиб. Олег помогал нашей семье очень сильно. Стал как родной человек. Ну и спустя время мы снова встретились. Так что я уже 4 года как самая счастливая жена на свете. И думать, что какое-то увечье может заставить меня меньше его любить. Доктор, пожалуйста. Вы уговорите его. Все будет хорошо. Простите. Спасибо. Так ты приедешь? Хорошо, Федун, поговорим. Да. Ну, супруга твоя. Прям вылитый Пашка, даже удивительно. Постоянно вспоминаю, как он погиб. А сам я как жив остался. Жена твоя даже не знает. Трудно было столько лет молчать об этом. Ну да, конечно, труднее, чем набрать номер, сказать пару слов за старого друга. Так ты что, шантажировать меня решил? Олег, ты чё? Я ничего не скажу. Я тебя уважаю. Так? Мысли вслух. Паша погиб, потому что был героем. А ты остался жив, потому что был трусом. Не тебе оценивать, сколько стоит честь мундира. Добрый вечер. Здравствуйте. Сережа? Привет. Привет. Как ты? Говорят, у вас сегодня жарко было. Вчера тоже. Можем поехать отдохнуть. У меня завтра утро свободное. Спасибо, не надо. Сереж. Оля. Тебя муж ждет. Товарищ генерал. Цитрусовые генералу нельзя. Не знал. Пардон, Олег Иванович. Ну, как ваше здоровье? Когда вернетесь к командованию бригадой? Рад бы вернуться, но врачи на сей счет не обнадеживают. Но сейчас не об этом. Здрасте. Они скоро всю кровь из меня выпьют для своих анализов. Бери мандарины, Кость. Пройдемся, Антон. Спасибо. Хоть что-то хорошее. Тебя в Министерство обороны вызывали? Генерал-полковник Гусев. Так точно? Говорил о выдвижении бригады. С полным боекомплектом на Киев. Ты понимаешь, что может произойти? Осознаешь? Наше дело приказы исполнять, а не осознавать. Нет такого приказа. И ты не хуже меня знаешь это. Поэтому я прошу вас, товарищ полковник, дать мне слово офицера,
Не понимаю вас, Олег Иванович. Дать мне слово офицера, что наши солдаты не будут стрелять в гражданских. Вы этих гражданских видели? А я прогулялся, посмотрел. Это штурмовые отряды. Они все к хренам тут снести готовы. Ты даешь слово? В моей бригаде я сам буду принимать решение. На месте, а не из больничной палаты. Что, понравилось быть комбригом? Понравилось. А вам, Олег Иванович, волноваться вредно в вашем положении. Поправляйтесь. Честь имею. Ни черта ты не имеешь! Товарищ генерал, постельный режим вам никто не отменял. Это что за прогулки? Вы поймите, симптомы ваши ухудшаются. Чем дольше мы откладываем операцию, тем тяжелее могут быть последствия. Вы меня понимаете? Майор, у меня к тебе деловое предложение. Мне нужно на один день отбыть из госпиталя. Это очень важно. Невозможно. В любую минуту вам может потребоваться неотложная помощь. Решайтесь, генерал, хотя бы ради своей жены. Вы нужны ей живым. Если вы боитесь, что ваша инвалидность оттолкнет ее от вас, подумайте хотя бы о сохранении своей жизни. Я ничего не боюсь. Дело не в этом. А в чем же? Да. Да. Спасибо за понимание. Это была ваша добрая воля, поэтому и благодарю. Да. Хорошо. Так. Вызывали? Угу. Ну что, ты нашел спильную мову с генералом Лаюком? Нашел. Думаю, он согласится на операцию в ближайшее время. Я все контролирую. Раз. А захопи с собою. Попросив глянути картку Лаюка, мені замість неї прислали аналізи його сусіда по палаті. Величкою веде. Я не розумію, куди він взагалі дивиться. Пацієнта треба переводити по іншому профілю. Мені здається, там дуже серйозна проблема. Спасибо, командир. Должник твой до гроба. За что спасибо? Что Рябинину позвонил насчет меня? Я не звонил Рябинину. Константин Андреевич, ну что вы, прогулять решили процедуры, что ли? Ну что, как маленький, ну? Ну, скорее, скорее, скорее. Вас ждут. Фух, черт. Надеюсь, что мы ему поможем. Пусть хоть думает, что пытаемся. Потому что не можете. Увы, слишком поздно. Достали эти ваши обследования. За что я вам плачу? Чтобы вы меня мучили? Ну, во-первых, вы мне не платите, а только обещаете заплатить. Во-вторых, я не могу вас так просто тут держать. Это хорошо, что ваш хронический панкреатит дал повод. В палату я вас поместил, которую вы хотели. Актером для вас подрабатывая. Каждый день генералу нажалось далеко и несчастный, и больной. Старичок, я заплачу. Ой. Вы-то мне не нужны. Здравствуйте. Станислав Андреевич, скажите, а вы результаты обследования пациента просматриваете? Сергей Борисович, обследование комплексное, но еще не завершено. Да в том-то и дело, что завершать его надо в совершенно другом месте. В каком таком другом? Согласно УЗИ и биохимии крови, никакого хронического обострения панкреатита у вас нет. А вот с желудком проблема. Вы себя как чувствуете в последнее время? К мясной пище есть отвращение? Коллега, ты на что намекаешь? Я себя хорошо чувствую. Да. По данным рентгена и УЗИ,
Стенка желудка утолщена на 1,5 сантиметра на большом протяжении. Перистальтика желудка снижена. Увеличены лимфатические узлы ворот печени. Это ленитис пластика. Да, и уже, похоже, есть мета. О чем вы говорите? Что значит эти ваши врачебные словечки? Секундочку. Ты ему гастроскопию назначал? Да. Биопсию надо брать. И переводить его или на Верховинную, или на Ломоносова. У него нет типичной клиники рака желудка. Да. У меня рак, что ли? Костя, я позвонил Рябинину. Он сказал, что спустит на тормозах, если вернешь все до копейки. Да пошел он. Хрена лысого. Я ему верну. Мне на лечение нужно. Хотя все равно оплык. Костя, я понимаю. Очень жаль. Но мой офицер. Олег, тошнит уже. Знаешь, что такое офицерская честь твоя? Это понты для девочек. Каждый жить хочет, а не подыхать, несмотря на погоны. Офицерская честь – это у нас, в Украине. Никогда не воевали, не умеем, не хотим, не будем от армии. Одно название осталось, и то скоро упразднят за ненадобностью. Надеюсь, мы не заплатим за это дорогой ценой. Будь здоров, праведник. Ну что ж. Документы на ваш перевод в онкологию готовы. Осталось одно невыполненное обязательство. Личного порядка. Чего? Ранее оговоренная сумма. Вот. Вот тебе. А не сумма. Что себе позволяете? Мне потом этой суммы на химиотерапию не хватит. Я, что ли, вам этот рак организовал? Да где бы ты был? Как бы ты о нем узнал, не положи тебя в этот госпиталь? А ты давай, давай. Напиши на меня жалобу, посмотрим, чью жопу ярче надрают докторишка продажный. О, это вы так лечение обсуждаете? Личные вопросы. Извольте в другом месте. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Дела? Дела такие, что скоро смогу вашему папе привет передать. Встреча не за горами. Что такое? А кстати, вам интересно, может быть, историю одну послушать? Про папу, про супруга. Хотите? Да. Да, я. Состоится обязательно. Пока не знаю, смогу ли я подъехать. В крайнем случае попробуем реализовать вариант Б. Так или иначе решим проблему. Виктория? Здравствуйте. А вы уже были у Олега Ивановича? Вы отдайте, пожалуйста. Ему это можно, я в интернете прочитала.
Виктория? Здравия желаю. Вот тут вот от вашей жены передали. Сама она не смогла приехать. А вам, я вижу, совсем худо. Послушайте, товарищ генерал, ну, может быть, хватит мужественно терпеть? Вы своим мужеством себя убьете. Сделайте мне одно одолжение. Одолжение? Какое? Вывезите меня ночью из госпиталя на пару часов. Я не могу, товарищ генерал. Я несу ответственность за вашу жизнь и не могу подвергать ее риску. А я, как командир, несу ответственность за жизнь своих людей. Вы, как офицер, должны это понимать. Жена трубку не берет. Почти 30 лет знакомы, никогда такого не было. К моим гостям. Лишних вопросов не было. Никаких, я же обещал. Спасибо, майор. Дальше я сам. Товарищи командиры батальонов. Поздравляю вас, товарищ генерал-майор. Благодарю, что прибыли. Несмотря на запрет полковника Федуна отлучаться из расположения бригады. Бригада приведена в полную боевую готовность. Есть основания ожидать приказа на выдвижение ваших батальонов в Киев. Вы все отличные командиры. И у нас лучшая десантная бригада. Именно поэтому нам могут поручить грязную работу, противоречащую законам нашей страны, воинским уставам и нравственным нормам. Ио Федуном может быть отдан приказ открыть огонь по гражданским. Но непосредственно батальонами командуйте вы. И я прошу дать мне слово офицера, что вы не допустите исполнения преступного приказа. Слово офицера. Слово офицера. Слово офицера. Благодарю за службу. Служить с вами было для меня честью. Когда вернетесь, Олег Иванович? Я уже не вернусь. Дальше сами. Очаги некроза. Гангрена на толстой кишке. Опоздали с операцией. Но зона поражения не такая большая, как я боялся. Без перитонита. Может, нагоним. Может, без холостома обойдемся? А? Сошьем после резекции конец в конец. Не торопись. Посмотрим, когда с сосудами разберемся. Я рад, что вы приехали. Как он? Ну, во-первых, операция прошла успешно. Думаю, что завтра можно будет его переводить из реанимации в палату. Да, и, кстати, необходимости формировать колостому не возникло. Но для того, чтобы он вернулся в полноценную жизнь, ему необходимо ваше понимание и поддержка. Спасибо. Да, хорошо. Я буду ждать тебя. Приезжай. Хорошо. Сергей Борисович, простите, но нам позарез нужна ваша помощь. Мы знакомы? Да. Вернее, нет. То есть, как я вас знаю, вы Настю знакомую мою спасли. Олег, почему ты раньше не рассказывал, как папа побит? Я виноват в его смерти. Андреев не обманул тебя. Я отдал приказ зайти в кишлак. А такого приказа не было. Я хотел
выполнить, так сказать. В кишлаке были духи. Их было много. Я отдал приказ отступать. Оставив прикрывать отход твоего отца и Андреева, собственно. Андреев бросил позиции, сбежал. Твой отец дрался до последнего. Мы все обязаны ему своими жизнями. Вы тоже с Майдана? А как вы... А, ну да, раз я друг Насти. Да нет. От вас дымом пахнет. А. Так чем я могу помочь, Тимур? Один из наших ребят серьезно ранен. В больницу его везти нельзя, его менты пасут. Сразу в СИЗО загребут, понимаете? Никого из ваших мы ментам не сдавали. Я знаю, но его даже сюда нельзя, его по дороге схватят. А у него рваная рана. Послушайте, вы не могли бы его дома зашить? Вы с ума сошли? Настя мне тоже сказала, даже не пытайся. Но мне говорили, вы хороший врач, настоящий, что вы людям в горячих точках жизнь спасали. Послушайте, ну кто, если не вы? Хорошо. Ждите меня здесь. Наркоз начал отходить. Потерпи, еще немного остался. Знаете, чем Бог отличается от хирурга? Чем? Бог знает, что он не хирург. Шутник, блин. Да я ж тебя от боли отвлечь пытаюсь. Не дергайся. Ну вот и слава Богу. Это точно. Он часа через два проснется, дашь ему еще обезболивающее. Угу. Повязки не трогай. Завтра приду сам, поменяю. Понял. 40 минут могли бы уже и приехать. Вряд ли они приедут. Уже знаете, сейчас таксисты боятся ночные вызовы брать. Ладно, пойду пешком. Я провожу вас. Мало ли на тетушек нарветесь. Даешь не барышня, справлюсь. Я не сомневаюсь. Вы мне друга спасли. Тем более, вы сами говорите, он еще часа два спать будет. Ладно, пошли. Через Майдан пару километров срежем. Так ты айтишник? Да, приложение для андроида разрабатываю. Хм. А вообще я музыкант. У меня даже группа своя есть. Вот победим, Настя с Мишей выздоровеют, мы на Майдане такой концерт устроим. А как тебя на Майдан занесло? Тебе-то какое до всего этого дело? Ты же иностранец. А вы репортаж видели? Как студентов избивали. И по-вашему, нормальный мужчина мог после этого спокойно дома сидеть? Делать вид, что ничего не происходит, да? Терпеть дальше всех этих кровопийц, этих ментов, чиновников? Да и какой я иностранец? Меня родители мальчишкой сюда из Абхазии привезли. От войны бежали. Так что Украина — это моя вторая родина. А за родину жизнь отдать не жалко. Пошли. Понятно.
пойдем по Европейской площади, там направо. Чего?